Привет, с вами Бикс, и сегодня поиграю в игру под названием Fisher Cat. Или как она? Уже забыл название, да. Мы опять продолжим рыбачить за нашего кота. Забыл, как его зовут. Да, никто ему имя, кстати, не придумал. Да, я не помню, как он его назвал. Тут я только что забрал корги. Что тебе надо? Сразу посмотрим, что нам. Вот бы съесть такую рыбу. Два дуриш. Мы кот поняли. В общем-то, будем опять продолжать рыбачить. У нас 25 тысяч. А, ну мне только что дали награду. Несколько тысяч. Да, и мы можем купить тройной гарпун, который мы сразу же покупаем. Сразу проапгрейживаем. Ой, что-то много проапгрейжил. Ладно. Ничего страшного, баллон мы не можем проапгрейдить, но мы проапгрейдим. Ой, проапгрейдим. Чуть-чуть подкупим наживочку. Ну что ж, поехали. Рыбака. А я сеток мало. У меня их мало сеток. Ладно, нифига у него дальность расстояния. Ладно, подождем чуть-чуть. Хотя бы следующую волну. Бам. Бам. А, то есть я могу сразу залпами стрелять. Окей. Это круто. Бам. Все сюда, плюс 2000 сразу же. Так. Давайте, наверное, кинем еще. И все это схватим. Хорошо. Раз, два. Раз, два. Ну все, в принципе. 5000 я на это тратить не хочу. Мне это не надо, знаете ли. Так. И мы получаем 4200. Нормально, нормально. По кайфу. Ладно, пропускаем не дальше. Ну что ж, теперь я закупился по-хорошему сегодня. Наконец-таки на эту мечту рыбака. Бабамс. Все ловим, плюс косарик. Кидаем. Ловим. Ловим. Ждем. Угу. Не, ну мы подождем. Вот сюда давайте кинем. Бабамс. Полторы. Сюда опять давайте кинем. Бабамс. Почти полторы. Оба. 8,5, ну нифига себе. И что, сколько мы получаем? Ну, 1005. 6500 мы получили. Это очень хорошо, кстати. Да, мы слили сюда все деньги, но мы поднялись. Вроде бы даже окупились, не знаю. День 34. Наш ном. Начнем сразу тебя за 30 баксов забираем. А, за 300 даже. Ну ладно, на нолик ошибся. Ну там 293, но это округляем, так сказать. Четвертушек надо. Четвертушки, вы где? Блин, ну почему, когда миссии не было, их плавало просто миллиарды этих четвертушек. Ладно, мы его всех залутаем, чтобы 117 бачей хотя бы получить. Вот четвертушка плывет, их две сразу. Это очень хорошо, потому что мы их сейчас, возможно, можем залутать. Ну да, это возможно. В теории мы залутали все три и выполнили квест. Это хорошо. Так, ну что же. Ты нам 960... Ну, десятку мы заработали за сегодня. Это я вам могу сказать гарантированно.
Да, ну на этом мы походу закончим. Сегодня такой, ну, не очень такой выпуск получился, конечно, ну, мне кажется. Но, в принципе, что могу сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Бикс. Всем удачи и пока.